Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Стив. Мы продолжаем играть Don't Starve Hero in the Dark. Аддон. Оригинальный Don't Starve. В общем-то, по сути, глобальная модификация. И сразу бы хотелось упомянуть о англоязычной версии Вики для данной игры, а также о русскоязычной. Ссылки на эти ресурсы вы можете увидеть сейчас на экране своего компьютера, а также под самим видео. Переходите, читайте, там много полезной информации. Если вы не владеете английским, то разработчики аддона уже сделали, по сути, довольно неплохой русскоязычный вариант, и это очень здорово. В общем-то, Вики вам поможет разобраться в тонкостях, ну, в основных аспектах игры. Ну, а пока что давайте продолжим. И у меня есть мясо, которое портится, и есть похлебка, которая портится. Давайте я хотя бы портящуюся похлебку схаваю. Вот это мясо у меня все равно испортится. Я его, наверное, впущу в дело слегка. И сделаю спелл. Вот так вот. У меня уже три тут заклинаница. Все одинаковые, конечно, но, в принципе, ладно. Так, закрой книжку. Ну и что я хотел сделать? Я хотел сходить в подземелье к гномам, наверное. Ой. Нет, не гномом, наверное, к оркам. У нас у орков не все исследовано, далеко-далеко не все. Так, гниль скинем. Броня все это есть. Погнали. Что нам тут соваться? Я более-менее посадил всякого разного, да? Там трава, что-то еще растет. Я думаю, пускай это растет. Давайте, кстати, проверим сначала, как это все растет. И я что-то не вижу своих этих... питомцев. А, да, питомцы там где-то застопорились. Печаль, конечно, но... где они там? Они здесь. Окей. Как я сказал, пофиг на них в таком случае. Что за ними теперь бегать? Сбегаем, когда будет время. Давайте немножечко срубим дров. А то что-то я без дров собрался в подземелье идти. И да, мне, в принципе, в подземелье может понадобиться моя шахтерская каска. Надо ее найти. Когда дрова успели стать влажными? Как-то чересчур это все быстро. Уйди, свинка. Вот эта музычка мне нравится. Прикольно. Так. Оп-оп-оп. 9 полешек. Ладно, пока хватит. Пойдемте поищем шахтерскую каску. Где-то в какой-то из сумок. Мне, по-моему, говорили, что оно где-то здесь есть. Да, отлично. А почему я ее скинул? Кто помнит? Еще и золото, и лопата. С ума сойти. Так, окей. Давайте первый вариант поднимем. Это наш. А теперь все это. Так. Ну, зонтик, соответственно, в руки. Лопату. Зачем мне лопата и зачем золото с собой? Так, давайте лопату я сюда спихну. А, золото сюда же. Почему нет? Еда есть. Вот, дождь наконец-то прекратился. Тоже прекрасно. Ладно, все, пойдемте подземелиться быстренько, пока я не передумал. Или пока что-нибудь такое так и не случилось. И зачем мне теплая шапка? Нам, по сути, нужна броня сразу. А давайте теплые вещи скинем. Пускай поваляются. И погнали. Все. В броне, в металле, во всем. Можно уже как-то конкретно туда двигаться. Зонтик мы оставим на всякий случай. Мало ли пригодится, да? Всякое же бывает. И еще одно дерево срублю. Тут что-то мне невнушительное количество бревен. Все, супер. Ну и погнали.
96-й день, 4 дня до соточки. Соточки дней прожитых в этом довольно крутом глобальном обновлении, ну, глобальной модификации, Hero in the Dark. В принципе, чем больше играю, тем больше нравится. Реально довольно сильно все меняет, весь геймплей. Так, а что у меня карта, что попало, показывает? Или это мне кажется? Так, енота-котик. Смотрите, и нашли енота, а там смотрит мне в душу. Так, ладно, нам надо себя найти. Вот я. Я двигаюсь в правильном направлении. Помним, что у нас еще там есть, кстати, механизмы. Не лишено смысла будет их, конечно, потом порубать, но это будет потом. Эти механизмы. Кстати, я мог бы щит сделать, но что-то я про щит забыл. Да и обычный щит не столь эффективен на самом деле, чтобы его делать. У меня, в принципе, броня неплохо будет защищать. Плюс у меня есть спеллы мои, которые я буду активно использовать. И я думаю, этого будет достаточно вполне. Блин, сколько летучих мышей. Так, супер. Разборка, блин. Ну, погнали. Тогда я, помнится, уже это тут зачистил довольно так неплохо все. Будем разбираться, кто еще остался, кто еще остался. Ключей, конечно, я с собой не взял. Да, молодец. А, это успех. Я еще думал, что-то забыл. Вот чего-то не хватает, ключей не хватает. Ладно, пойдем без ключей. Потом, если что, еще придется рейд с ключами совершать, поэтому это да. Это совсем не круто, блин. Ну и игра когда-нибудь загрузится. Окей. Темно. Так, я понял. Куда-то сюда надо двигаться. Тут мы сундуки уже какие-то посещали. Разберемся, думаю, по ходу, что нам еще стоит посетить. В смысле, что ты его не хочешь брать? Что, брезгуешь? Так, в смысле? Какая-то странная фигня, ничего взять не могу. И переложить. Так, либо это какой-то глюк, либо это фиг пойми чё. Ладно. Погнали пока что. Вот здесь этих ребят, наверное, надо зачищать, я так думаю. Ну, либо вот сюда вверх попробовать сходить. Так, здесь мы сундук открывали, нет? Воу! Вообще беспалевный. Так. Что за нафиг? Почему у меня эта книжка не закрывается? Жесть какая. Так, сейчас стоять. По-моему, какой-то глюк. Явный глюк. Сейчас, секунду. Ну-ка, что-нибудь изменилось? Так, отлично. А, ну хотя бы я могу брать, окей. Все, все супер. Так, откуда эти перли? Чепушилки. А, пауки, супер. Вас-то до кучи не хватало. До массового веселья. Ух ты ж. Огненный меч неплохо так зашел. Блин. Здесь есть тоже эти мотыльки, которые мне нужны. Так, ракетку мы отдадим нашему королю этих
Лодыри. Так, о-о-о-о-о. Так, я тут уже был. Можем золото забрать. О-о-о-о-о-о-о-о. Вот не надо мне тут это устраивать. Сачок, к сожалению, я тоже не взял, да? Это вообще не подготовленный ни разу. Ладно, бывает. Давайте обыскивать зато вот это подземелье все. У меня скоро со светом может быть беда. О, еще и холод. Сейчас от часу-то не легче. Мне паутинки обзбацал, сачок наловил тут кого-нибудь. Ну, конечно, за место паутины. О, он бронявый, смотрите, я его пробить не могу. Я его поджег хотя бы. Супер, ох ты ж. Замораживающий меч, отлично. Это даже очень хорошо. Какой-то амулет. А, это который жизни дает. Ну, окей. Да иди прочь. Сгори. Так. Ладно, это все неинтересно. Ох ты ж. Вот это круто. Так, это мы, конечно же, берем. Так, темный этот меч, почему нет? Конечно, только да. А в сумке чё? А в сумке ничего. Это тупо сумка, да? Ну, круто, что нам меч дали. Даже два меча и плюс топор этот. Или что это? О! И вот то, что я хотел. В общем-то, лампочки, которые мы можем вкручивать. Это круто. Да иди прочь. Давайте прочитаем. Я думаю, почему я стал так значительно эдак меньше дамажить. Все просто. Надо спел использовать. Отлично. Сейчас лампочек понавыкручиваем. Ладно, давайте пока с этими разберемся. Воу, что вы деретесь? Хатку вашу поломать. Чтобы вы тут больше не плодились. Ибо нефиг. Так, тентакля. Нафиг она мне нужна. Ну, пусть будет. Чё? Пить есть не просит тентакля это. Где кто орал? Давайте глядеть. Надо будет как-то рассудок восполнить. Как только так. Вот тут какой-то барьер. Тут тоже что-то есть. Ах ты ж гадина. О, о, о. Конечно. Так, это успех. Я его пытался киянкой убить. Ой, я молодец. Так, блин, отсюда валят. Тут что у вас, огородов столько? Что за веселые фермеры? Ой-ой-ой. Так, надо быстро, пока у меня действие не кончилось моего спелла. Отходим. Юзаем еще спелл. Так, шикарно. Давайте эту мелочь рубить. Так, нет-нет-нет. Какой-то нифига нечестный бой. Да... Чё ты всякую фигню-то подбираешь? Нашел чем заняться, упырь. Фу, отлично. Так, бежит упыри на... А! О, скелетон кей. Отлично, так. Топор нафиг. Чё еще подобрал из ненужного тентакля? Так, где-то еще был ключ хороший. Вот эта шняга не нужна. Скелетон кей, это хорошо. Где-то еще один был кей.
Я в упор, блин, теперь не... А, вот он, все. Что-то я в упор, да? В глаза немного того. Давайте ломать им домики, ну их нафиг. Скоты такие. Ну и само собой лампочек соберем. Этот. Лампочку соберем эту, ну и ломаем. Так, давайте еще разок прочитаем. Дабы закрепить успех, да? Ну и ломаем эту площадочку их. Ох ты ж. Так, крутой какой-то меч. Но сейчас проверим, насколько он крут. О, я не хочу на пауках это проверять. Ну вот тут мы не были. Пойдем сейчас вернемся к тем. Интересно, поможет ли мне этот меч. Оу. Я не знаю, что мне тут может помочь. Тут, по-моему, все плохо. Ладно, пробуем. Да, по-моему, этот меч не очень. Так, огненный. Огненный тащит. Так, окей, сожгли. У меня еще проблема с рассудком наблюдается. Оу. Так, ладно, отхилились. Это что еще такое? Какая-то фигня неведомая. Ай, да иди прочь. А где кияночка моя? Давайте, надо киянкой поработать. И надо как-то рассудок восполнять на самом-то деле. И я для этого ничего не взял. Да, я молодец. Это плохо кончится, ладно. Еще раз спел. И побежали. Надо еще немножечко пробежаться. И там будет видно, что мы сможем. Ух ты ж. Ты-то откуда выполз, товарищ? На тебе эту фигню. Эту фигню. Undead меч, у меня все это есть. Так, тут какие-то еще территории. Кто-то там пищит. Понагажено. Ох ты ж. Ох ты ж. Это ж выгоны из бифала, да? Причем какими-то злыми бифала. Так, ладно, у меня рассудка копейки совсем. Ты кого трогаешь, упырь? Это Честер. Нет, он не надоест меня бить. Почти всю броню раздолбали. Вот чудо дикий, а. Ну ладно, надо отсюда выбираться. Ох, надо. Так, ладно, брони мало. Уходим. Хорошо, зарядили. И нафиг дружно сваливаем. Капец, тут тоже подземелье довольно интересное, да? О, да. Конечно, круто, но тут и выхватываешь совсем не слабо. Ну ладно, ладно. Так, Честер за мной поспевает, вроде более-менее. Чем смогли, тем разжились. Так, я где-то тут сундуки не активировал. Где? Может, тут где-то, да? Ладно, сейчас пробежимся по пути, заглянем. У меня есть скелет-ключ. Скелетон-кей. Мне интересно, что с помощью его можно открыть. Так, ну тут я еще в прошлые разы лазил. Тут как бы все понятно.
О, сундучок, отлично. Похилиться. Андедовских этих у меня уже дофига. В общем, ни о чем мощный сундук на самом деле. Надо выбираться и рассудок восполнять. Вот что я думаю. Тут я тоже был. В общем, ладно, точно сваливаем. Ну, долго они даже одну броню пробивали, я вам должен сказать, броня свое дело знает и выполняет его на отлично. Броня танчит как только может. Но все меньше уже гоблинов в этих подземельях. Это тоже неплохо. Рассудок я восполнить могу тупо поспав, кстати. У меня есть там такая возможность. Но посмотрим, что получится. И опять загрузочка. Блин, эти загрузки не особо радуют. Так, окей. Дождь. И собаки. Круть. У меня и без того с рассудком не супер. Хотя собаки, я не думаю, что что-то мне могут сделать. В принципе. Давайте скушаем. 98-й день. А, вот и собачки. Гореть. Можно было... Ё-моё, рассудка совсем мало. Так, мясо монстра соберем. Давайте таким мечом подеремся. Как тебе? Вроде понравилось, да? Так, они пытаются за мной гнаться. Но я-то знаю, что сделать. А, мы можем к тому же, допустим, грибы покушать. Как вариант. Нафиг мне этот камень. Грибочков нарубаться, потом еще и спать лечь, и норм. Думаю, будет нормально. Пойдемте на базу. База уже совсем-совсем недалеко. Ну, в принципе, веселый поход удался. Но надо как-то более продуманно сейчас передохнем, соберемся с мыслями и опять туда пойдем. Вершить правосудие, так сказать. Ну, дождь не сдается, блин. Так, хорошо. Эй-эй-эй, молнии. Это не то, что нужно. Давайте топливо бахнем. Так, топливо бахнули. Пожарим грибочки. Все неплохо. Рассудок подвосстановили. Где-то здесь был вот этот вот спальничек. Спать. Хорошо. Ну и просто грибы съедаем, и вообще все шикарно. В любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.